Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства Государственного таможенного комитета по Самаркандской области нацеленно осмотрели дом жителя Ургутского района с инициалами СЗ. В мероприятии также использовалась помощь служебных собак по кличке Зевс и Даги для поиска наркотиков и взрывчатых веществ. В результате в доме этого человека были обнаружены 5 целлофановых пакетов весом 810 грамма, зеленый с острым запахом наркотик марихуана, а также 1 единица 12-калибрового двухствольного охотничьего пистолета ТОС, 27 штук патронов 12 калибра и незарегистрированные 6 малокалиберных огнестрельных оружия. Далее с участием понятых была осмотрена квартира гражданина СЗ в Самарканде. При обыске был найден полиэтиленовый пакет с содержанием в нем марихуаны весом 4,6 грамм. В ходе мероприятия в качестве вещественных доказательств было изъято всего 815 грамм веществ, подобных марихуане. В данное время расследование продолжается. Информационная служба таможенного управления Самаркандской области.